Это, в общем, сотрудничество, продолжающееся десятилетиями. Вы же знаете, я ваш это, как бы преданный и страстный поклонник. А, к сожалению, это такой камень в сторону Джонсона, такой маленький, но камень. В общем, в основном, это такое, знаете, человеческое общение. Да? Вот пою панегирик Ольге Витальевне, скажем так. Потому что, ну, я не знаю, ну, наверное, 50 на 50. 50 определяется качеством продукции, ментор, да, а 50 – это просто личные, так скажем, предпочтения и тот уровень комфорта, который мне обеспечивает ваша компания. Ну, вот так.